Всем привет! Сейчас я записываю подкаст, где я расскажу вам, почему нету видео и что вообще будет дальше. Так, отвечаю. Видео нету, потому что квартиру ко мне переехал брат из Москвы. Теперь мы тут живем, и он мне, соответственно, мешает делать ролики. Да. Плюс я еще в секцию начал ходить по боксу. Итак, ну думаю, все-таки я разберусь с этим как-нибудь. Может быть, даже он съедет. Я опять возобновлю ролики. Также сейчас я буду снимать. Продолжу снимать «Миротворца». Наконец добью эту кампанию. Там немного осталось. Еще буду проходить кампанию «Зов войны» от Никиты Баранникова. Я ему обещал, пройду. Может быть, еще какую-нибудь кампанию пройду, новенькую. Если будут новенькие кампании, то я обязательно пройду. Оценю их. Также я буду проходить одиночные миссии, бисовские там. И остальные какие-нибудь тоже от Никиты Баранникова, там миссии есть одиночные, хорошие. Итак, думаю, будет несколько нарезочек с онлайн-боев, старых или новых, если у меня получится, потому что я в онлайн-баталиях тоже прекратил играть, как только брат приехал. Такие вот дела. Что ж, надеюсь, вы меня поддержите. А, да, про сериал. Про сериал. У меня кончилось это вдохновение, но вы не пугайтесь. Оно скоро вернется. Я уже даже придумал сценарий к 4-й серии. Ну, получается, 5-й. Придумал 4-й серии, даже к 5-й уже придумываю. Скоро буду воплощать это, снимать, озвучивать и так далее. Конечно же, вы можете мне помочь. Конечно же, можете помочь мне. Ой. Так, и еще я, кстати, увлекся Counter-Strike Global Offensive, так что немножко ОФП забросил, но я не растерял тот скилл, так сказать, те умения, так что ничего страшного не будет. Все ок. Ну что ж, на этом у меня все. Вроде бы все. Если у вас какие-то вопросы есть, то задавайте их в группе. В группе там есть обсуждение специальное. Там, кстати, есть набор редакторы. Хорошая зарплата. Так что дерзайте. Всем пока.